Привет, народ, всем привет. Сегодня у нас необычное видео. Готовка. Готовим не в Эмиратах, готовим в Кении. Кстати, очень прикольный суп. Наташа придумала его еще год назад. Называется он Ана Найроби. Сейчас покажем суп, покажем ингредиенты. В принципе, можно его приготовить. А почему так суп называется? Ну почему? Потому что в Найроби я придумала, очень захотелось супчика, а второе, готовлю на кухне хозяйки дома, поэтому суп Ана Найроби. Сейчас, внимание, покажем все ингредиенты. Наташа будет рассказывать. Я буду снимать и надеюсь кушать. Суп вкусный, очень классный, честно. Сейчас свайпаю камеру. Наташа, рассказывай, все это мы уже купили в моле. Давай, тебе слово. Так. Так, грибы могут быть любые, которые есть. В прошлый раз были вешенки, мы схватили вешенки, шикарно было это, вот вешенки. Шитаки, если есть, ну это вообще, вот в Эмиратах классные свежие продаются. Здесь у нас шампиньоны, эти подороже, эти подешевле, в общем количестве 500 грамм, полкило. Один лук поречик, он самый ароматный, самый вкусный, самый грязный. Его надо промывать очень хорошо. Вот, но вот одной этой штуки это просто уже даже много. Хватит, да? Да, перчик красный, можно, конечно, любой, но я так для контраста взяла. Вот, две штучки взяла, брокколи, вот, очень вкусненько. Будет картошечка, ну, это три нормально настроена, значит, это, да. И фасолька, тут полкило. Это спаржевая, да? Спаржевая фасоль, по-моему, или как она называется. Ну, надо еще почистить. Что им еще нужно? По ингредиентам масло растительное. Вода обязательно. Да, вода готова. Вода. И кнорчик, да? А кнорчик это я так взяла. Если кто хочет, то добавляет, не хочет, ну, всякие приправки там хотите. И это на сколько? Порции на 6 где-то? Наверное. Что? Да? Я не знаю. Ты надаешь. Ну, вот, ну, кастрюля, сковорода. И все, что вот надо. Такая кастрюля, да. Уже ждет. Водичку набрала. Воодушевление. Водичку набрала. Будем рассказывать, да, нужно все порезать, почистить. Солить, перчить. Да, я заторможена, потому что голова болит третий день. Да, видимо, вот это третий день мы прилетели, акклиматизация, что-то, ну, действительно, вот какое-то состояние такое. Немножко, да, сейчас я все почищу, порежу и будем приступать уже. Потому что самое дольше это вот это все почистить, помыть и почистить. Кстати, расскажу, я уже съела такой прикольный здесь йогурт, груша, карамель. Очень вкусный такой десерт. Ну, знаешь, это, в меру. Это мой. В меру, да, это твой, я уж свой съела. Это вот водичку пила, мы ее показывали, наверное, уже в Зоре, что мы купили. Это джинджер, женьшень. Там нет, не женьшень. Имбирь. Да, он так, это тепленько греет. Тепленько. Но это газированный напиток. Да, газированный, но без алкоголя. Что такое танговизи? Что это за знак? Не знаю, по-моему, мы на Занзибаре пили, это просто фирма. Да? Так что вот, Наташа приступает к чистилке. А Оля к чему приступает? Оля будет монтировать другие видео и шорты, которые Оля регулярно выкладывает на канал. И мы очень благодарны нашим подписчикам за лайки и комменты. Так что давайте готовить сегодня супчик вместе. Ну, честно, будет вкусно и прикольно. Обещаю. Так, прошло 20 минут. Ага, и смотри, что я успела. Я только успела помыть грибы. Просто. Ну что, нормально, они стекают. Значит, почистить картошечку. Она стоит, еще не порезанная. Самое морочное в этом супчике, легеньком, это вот эту вот фасольку взять и обрезать вот эти хвостики. Подожди, стой, покажи, как ты обрезаешь хвостики. Ну, я их вот так вот собираю вместе. Можно, конечно, отламывать, но что-то как-то я вот собрала, как могу, отрезала, положила. Они, конечно, есть уже мытые, смотрю, готовые уже, все. Как бы это... Ну, я вас позвала-то, когда я начала. Мне кажется, где-то минут, не 15, но так морочное это дело. Но есть уже, да, уже все почищено. Да, ну там и цена, правда. Надо посмотреть, кстати. Сколько время стоит? Не знаю. Да. Ну, знаем, вот... напишем обязательно. Или вы пишите, сколько время стоит. А грибы так пахнут. Ах. Слушай, они такие классные, сказка. Я в шоке. Может быть, действительно. Ну, они точно в подвале, конечно, в каком-то растут. Навряд ли, что на кенийской земле. Но посмотри на этот гриб. Ну, это же вообще красавчик. Красавчик. Гриб красавец. Гриб красавец. Пишите комменты. А интересно, ну подожди. В чем? Ну, этот ароматнее, конечно. Почему такой? Он дороже? Вот, а темный? Вот. Да. О, народ, пишите, кто хотя знает тоже вообще. А этот нежнее. Отличие пахнет. Темного от белого. Шампиньончик. Вкус, наверное. Их же сырыми едят. Я ела, кстати. Ну все, поехали дальше. Наташа позвала по ревам показать. Посмотри, я никогда не думала, что он такой красавчик. Такой грязный. Причем всегда, практически всегда он невымываемый. Ну, нельзя купить чистый, не то, что невымываемый. Сейчас будем вымывать. А посмотри, какая земля красивая, рыжая.
Как в ЦАО прям. Помните, Да. в ЦАО такая была сафари. Ой, как он Рыжие-рыжие пахнет. слоны. Боже, как он пахнет. О, сейчас я буду мыть. Боже, реально. Вот уже Боже, боже. готовые стручочки, с Да, это которых они Наташа стекают. мучилась. Тут тоже я уже помыла перчик, брокколи. А потом будем, значит, я вот это отмою тоже, кстати. Надо иметь терпение и воду. Вот, а потом будем резать. Есть нюансы, которые мне нравятся, как вот именно по способу нарезки. Вот Так так вот, что... еще про нюансы вам расскажем. Так, лайфхак от Наташи. Лайфхак? Да не, я просто хотела показать. Как Так, у нас... резать, ты же хотела показать. Да-да-да, лайфхак, да? А, да, способы Давай. нарезки, особенности. Фасолька у нас будет идти первой, поскольку я не знаю, насколько она быстро сварится, обычно она варится так долговастенько. Поэтому определяем вагу ей первой. Значит, режем не маленькими, а вот где-то там, ну вот фасолька, да? Ну, конечно, ты Раз, показывай, а два. люди поймут. Да, раз, два, вот как То есть бы. это вот кучку на три. Ты Да. что, каждую будешь резать? Конечно, это же эксклюзив. Вот как-то Я так. такая думаю, блин, долботня какая, каждую Ну, резать. какая больна женщина, да? Сколько у нее времени? То есть такими не Что такая яркая. маленькими, Все, не ярко, не маленькими, не маленькими. маленькими. Да, и первая, поскольку она идет первая. Не знаю, как у вас Резать варится, но у первой меня и никогда она. забрасывать первой. Да. Так, Не, ну ну можешь не забрасывать, резать, но будем показывать еще можешь не раз. резать, но забрасывать будем А ну первой. покажи ножик еще. Ух ты такой. Ну, такой, как мы и нашла. Но есть вот такой, очень острый, как скальпель. А есть вот такой. Может, еще какой есть, но мне этим нормально. Ну, вообще, да, такой. Ножище такой. Ну Фигак. вот. Вот В так общем, такую фигак. фасольку на три части. Чистая или что? Чисто Ну, или не это домыла? чистая. Нет, чистая. Ну, знаете ли, в кипятке. Все Вы есть домывается. хотите? Угу. Подкрадываемся к Наташе, поскольку уже прошло 55 минут. Прикиньте, вся эта нарезка занимает столько времени. Так, тут Контролер. лайфхак А про где же картошку, да? нарезка? Это мытье, очищение. Очищение лица, скраб лица. Ну хорошо, давай рассказывай про А, картошку. картошечка, смотри. Я уже тут вот порезала, да? И мне понравилось вот такими маленькими кубиками. Пожалуйста, лайк за музыкальную озвучку. От человека без музыкального слуха. А может, у меня есть слух все-таки? Надо же проверить как-то. Талантище. Слушай, все играют, все спевают, танцуют. А что я? Я что, хуже? А ты картошку режешь, готовишь супы, ведешь канал, вообще, как это сказать, Чокнуть со мной. лайфхакер нашего канала по Чокнуть со ароматам и мной. золоту вообще. О, опять ты меня как это, как троллишь. Этими Да нет, что ароматами и ты. золотом. Что ты, что ты? Что, Нет, он что? действительно не. А, вообще-то я что это, закончу лирику. Ну, картошечка Грибы идет... перемещаются, смотрю, они Да. постоянно стоят в разных местах. Кто? Грибы. Смотри, какое это. Как он называется? Крахмал. Ты так нож Фу. гладишь, как знаешь, вспоминая фильмы, это очень страшное кино, это юморное кино. А как ты там это прочитала про Фредди Крюгера? А, про Фредди Крюгера. Типа, люди делятся на три типа. В детстве, когда ты боишься в фильме Фредди Крюгера, потом ты их так смотришь со смехом, а в конце ты соглашаешься с Фредди Крюгером. Вот-вот. Так, кстати, вернемся к грибочкам, которые мигрируют. Их вообще-то они идут сейчас по параллельному процессу должны идти. И картошечку, в принципе, я уже должна была бы забросить, а приступить к ним и к половинке поречика, потому что она должна, они должны немножко поджариться, вот, а после А, пойти в вот зачем супчик. сковородка там еще? А ты думала, она просто так стоит для красоты, Интрига когда-нибудь бешеная. это ею кто-то воспользуется в виде Все этого, да? понятно. Средство оружия, А чешу, картошка средство это оружия, последнее, что ты шурягу. нарезаешь, или еще перчик будет и брокколи? Прикинь. То есть нарезка больше часа. Мытье, нарезка, песни занимают больше часа. Это ужас, это Да, ужас. слушайте, Это такое действительно. неблагодарное занятие, это точно, что, ну, я не знаю, особенно люди, которые каждый день готовят, ну, Что-то свеженькое, да? Это вообще я вот, это, я не знаю, конечно. это герои какие-то или это психическое расстройство, я не знаю. Что-либо одно или Блин, второе, или... народ, пишите, кстати, в комментах. Не обижайтесь, не Да, не обижайтесь, нам обижайтесь, просто потому что интересно. психическое расстройство присутствует Ну, во просто многих. хобби, ну, это хобби. Да, кто-то называет психическое расстройство хобби, не знаю, но я не шучу, серьезно, я
С уважением и пониманием. О, все, смотри. Ох, три картошки. Слушай, а тут что, килограмм? Можно, кстати, вот это я не знаю, как вы, но я эту картошку раз пять промою. Вот она сейчас постоит, и я буду ее сейчас залью еще раз. Кошмар, тут как мало. Он же не нужен, да, в принципе. И помою еще раз пять, потому что очень много, вода пока не будет прозрачная. Угу. Вот как рис, а рис еще раз 10 надо мыть. Так, теперь мы переходим к паричику и шампиньончикам. Моем доску, потому что она вся в крахмале. Я такой не люблю. Снова всем привет, снова мы на кухне. Кстати, покажу, что уже грибики уже порезаны. Ага, грибики режете как хотите, не мельчите, вы же сами знаете. Когда жарится, оно все скукоживается, становится меньше. Боже, какой аромат. Так, переходим к паречику. Паречик у нас участвует в двух сериях, в кастрюльке и в сковородочке. Часть, которая, ну, такая, не дуже приглядная, она пойдет знакомиться с грибочками. Будет жариться с грибами. Да. Угу. А вот эта вот нежнятинка, которая в серединке, я повынимала отсюда, вот это, видите, красота. Мы пока ее вот оставляем, и причем вот где-то вот это так. Вот это пойдет с грибочками знакомиться, а вот эта нежнятинка остается вот по сих пор. И мы вот ее пока про нее забываем, а вот это, а это пойдет на зажарочку. Угу. Это потом мы вернемся. Это не надо. И просто порезать, да? Порезать так, как пожарить. Ну, помельче, чтобы оно зажарило, пожарить вместе с грибами. Это тоже не пойдет, извините. Неэстетично. О, а это пойдет вот сюда. Красивенькая, молоденькая. Пока не все. Угу. Водичка закипает уже. Итак, спустя час 0,1 минуту Наташа домыла, дочистила, порезала и вбрасывала. Гнать ее за шею так долго. Не, ну да? что? Тяжелый труд такой, реально. И, кстати, закипело очень долго, большой же объем у нас воды. Надо было вообще вскипятить. Ну да, такой лайфхак, который мы обратно часто делаем. Чайники электрические. Чайники, а потом уже да. Я взяла уже кастрюльку. Наш шеф гигантский ножичек. Вот просто сейчас вот закидываем все, что не кстати, будет жариться. Кстати, мыло, я опять смотрю, блин, опять песок, пошла. Земля, не песок, земля. Так, расскажи по порядку. Первая пошла фасолька. Фасоль, потом... я же говорю, фасоль, она дольше всего варится. Вот, не знаю как вот это, но мне кажется, что она тоже варилась. Ну, не, кстати, в Кении она варилась меньше. Надо не пропустить, чтобы она была еще такая хорошо твердая, но уже с намеком на мягкость. И фигачить туда, простите, бросать. Картофель. Так, картофель. Картофель, куда? Сейчас я промою картошечку. Посмотри, сколько этого. Где-то. Бачишь? Крахмальчик поплыл. О, крахмальчик по нашим сосудам. Или он полезен, слушай? Не знаю. Кстати. Народ, кто знает, пишите, мне кажется, лучше его не того. Не класть его в супчик. Ага. Так, дальше пойдет картошку бросишь и потом... А потом... Зажарка будет, да? Вот это все параллельно надо делать. Уже это не зажарка, скажем так. Так нельзя говорить. Я так не люблю слово зажарка. Mm-hmm. Это будут грибочки встречаться с лучком парея. Да. Mm-hmm. Вот, ну вот. Ну, если нет лучка парея, кстати, ну, можно зеленый лук. Есть еще такой тоненький лучок. Я не знаю, как он там называется. Шалот. А вот это когда вот мы будем делать? Я думаю, сейчас ты это все бросишь и будешь делать. Мы трактор. Я монтирую видео и шорты. Не надо. Ставьте лайки. Спасибо. Не надо мериться. Так. Льем маслица. Потому что ты там налила, ты вообще не налила ничего. Да поверь мне. О, налила, да. Это вы очень долго шли. Значит так, первые мы на встречу пришли грибочки. Угу. Ждем, пока немножко разогреется плита. Вот. Чтоб не сказали. Все есть, огонь угу. Есть, да. Фасолька хоть кипит. Цвет фасольки обалденный. Да. Вот надо не провтыкать, чтобы она была, не была. Это надо, ну, вот вилочку мне, но я думаю, что еще. Нет. Не-не. О, она твердая. Угу. Она очень твердая. Так что ждем. Вот, вот уже практически. О, так быстро нагревает. Газ, конечно, быстро нагревает. Ну так, грибочки уже проходят. Такой чан. Я буду готова. Хочу обратить внимание, что еще не порезано. Да, не порезано. Все потому что я порезано. Все еще монтирую шорты. Угу. Ты что, сколько же выходит? А несколько шортов в день. Все. И большое видео. Первый пошел. О! Ох, какой звук вкусный, да, приятный. Я тоже люблю этот звук. Сейчас немножко не тут.
Хорошо, побольше сковородочку. То есть первыми бросаем грибочки. Почему? Потому что они могут дать влагу. Не всегда, кстати, шампиньоны дают влагу. Но они когда вот это вот лук, а потом шампиньоны с этой влагой, лук уже начал изжарился, а потом начинает вариться, фу, это непонятно что. А тем более с пареем так поступать, ну это, ну, так нельзя. Это неуважение к парею, да? Нет, лук потом, лук потом, да. Всё. Значит, я вам покажу. Грибочки бросили, лук да, потом. Сейчас даже вот там немножко я переверну, потом эту партию, и да. Они еще пожарятся некоторое время. Обязательно. Угу. Лучок пришел уже навстречу, но грибочки еще не готовы, поскольку вон, видите, вот, ну, жидкость. И то это она уже выпарилась, просто был суп. О, а это, кстати, уже... Я уже сделала меньше огурони, бросила картошечку, потому что в Кении реально фасолька варится отменно быстренько. Пахнет, аромат, слушайте, как лесные грибы. Я в шоке, ну такая, ну не знаю, очень вкусно. Значит, ждем, пока мисс вот эта вот водичка не уйдет. Утопчется. Да, утопчется. Да? Потом навстречу идет лучок. Бывает такое, что грибы не дают сока, действительно. Поэтому, ну, как будто они прижарились немножко, потом добавляем лучок. Переходим, значит, к твоему, да, любимому. Да. Это ты нарезала, я помню. Да? Конечно. Ага. Трендиш. Значит, режем брокколи, ну, я вот такими штучками, не люблю, когда вот остаются такие длинные, эти все длинные. Хорошо, можно было покушать суп. Да, то есть вот такое я тоже не режу, можно, кочержечка. Конечно, но не режу кочержечки, но какую-то часть я измельчаю, и вот листики тоже, которые есть, бодылечка, я тоже измельчаю. То есть вот такими вот штучками, вот. Насчет перчика, тут тоже есть нюансы. Значит, мне не нравится именно в данном это супе. Ну, что там темненькое такое? Блин! Уже ничего. Съела? Оно было не живое, это было... Это было это? Да. Брокколи. Значит, смотри, что не отвлекай меня. Смотри, вырезаем вот это вот белое. Да? И тут же можем... Ой, да. Это не надо. Вот это тоже отрезаем. То есть нам надо ровные части вот такие. И беленькое тоже нам не надо. Ну, по моей эстетике, это... Ты наш как... супер развалится, как ты увидишь, беленькая, не беленькая. Господи, давай заканчивать съемку, я не понимаю. Это же эстетически это все. Все должно быть в супе. Нет, я извиняюсь, сравните. Не, я понимаю, что... Просто ты сейчас беленькая скушала, а мы в супе тоже могли бы скушать. А мы голодные, да? Ну, я могу тебе тоже дать. Ну, витамины, а где я должна витамины брать? В магазины ходить, такие цены платить, на. Будешь? Нет. Конечно, будет. Он так, так ты в истерику устроил, что ты есть хочешь. Поняли, да? Ну, как вырезали. Можете вы делать, как вы хотите, но это ж мой рецепт, да? Потом берем и режем не длинными, но тоненькими. Вот такими скибочками. Боже, вот куда все время уходит, ничего себе. Да. Ёлы-палы. Должно красиво смотреться. Перчик мы будем забрасывать совершенно уже практически в конце. Да, даже не практически, он пойдет после брокколи, а брокколи это последний. То есть сейчас пойдет лук и грибы, когда они зажарятся. Да. То есть когда потом картошка брокколи, уже потом все, уже практически готова, я бросаю. Это уже все быстро, это настолько быстро, что хотя бы успеть посолить, называется. Ну уже полтора часа прошло. А когда будем кнор бросать? Ну не спешите. Я бросаю практически в конце. Вот когда я брошу грибы, да, грибы, то тогда я брошу вот эту добавку. Угу. Все, понял. Да. Так, ну вот уже ужарилось такое, прям как салат красивый. Посмотри, какая красота. То есть пошел аромат. О, боже, какая это красота, боже мой. То есть никаких соли, никаких специй я не добавляю. Немножко тут прижарились грибочки, есть такое видно, но это не... Лучок зеленый остался. Все, ребята. Что тут? Все, сейчас все это будем закидывать. Это, а потом перец или перец попозже? Что же вы спешите? Нет, это потом кнор. Вот я сейчас заброшу. Потом кнор. Да, то есть уже картошечку я попробовала, картошечка уже тоже доходит, подходит, все отлично, все нормально. Так, сейчас грибы с луком, потом кнор, потом брокколи, потом перец. Может, я же прямо это правильно хочу... я все сказала? Теперь хочется с картошкой это все съесть. С такой или пюрешечкой, или сваренной это. Ну ладно. Пошли, да? Да, все высыпаем. Короче, знакомство у них прекрасное. Вот как я не люблю вот это, когда может на тебя бэмкнуть. Ну, никто не любит.
Да, поэтому ты отошла. Да. Все высыпаем, а потом досыпем кнорчик, брокколи и перец. Так, Наташа, где все? Ну, все. Уже в кастрюле. Да. Ну, все. Ты как чистенько, кстати, вообще. Опа, все. Все, быстро в процессе не только закинула, но и перемыла. Все, да. Так, лучше. Смотрю этот просто, я надо не знаю, взрыв эмоций. Тянешь время, понял? У меня уже все готово. Так, оставшийся лучок режем вот-вот. Тоненько, меленько. А можешь так по локтю посыпай, как этот чувак, который там соль посыпает, чи приправу. Ладно, не надо, еще обожжешься. Ну, лайк все это равно. Его фишка. Все остальное это подделки. Так что надо делать свое, нечего. Ну, вот он супчик Анна Найроби. Действительно, он такой же яркий. Боже, я уже попробовала, короче, это ногами двигаться. Фантастика. С ума сойти. Так, кофе с супчиком, селфи. Вопрос в том, что где варить. Вот в чем вопрос. Не надо много варить. Сейчас вот закипит, и я выключаю. Она уже, в принципе, там подкипает. Ну, да, прям все видно. И грибочки, и фасольку, и перец, брокколи. Прям даже кнор вижу. Ну что, снимешь пробу? Сейчас. Зараз. Просто целая кастрюля вкуснейшего супа. Так, а сейчас я вам скажу еще время, сколько это все у нас вышло. Так, друзья мои, готовилось 1:55. Страшно. Со всем помывкой, вот этими прожарками, порезкой. Красота. Все. Зато это все, просто... Все. Надеюсь, что мега вкусно. Я даже уже знаю. В смысле ты надеешься? Будет все прекрасно. Все очень вкусно. Просто класс. По соли все классно. И когда просто вынимаешь эти штучки, будто ты ешь салатик со вкусной приправочкой. Такой суп больше. Грибики. Все овощи. Во-первых, он легкий. Я просто уже знаю, этот суп, он легкий, он не даст вам тяжести в желудке, ну и плюс вес не наберете. Ну, во-вторых, конечно, из полезных вещей. В-третьих, это Найроби, и все продукты очень вкусные, свежие, классные. Но время у нас в Эмиратах проблемы с некоторыми овощами, они не такие вкусные, как в Найроби и в Украине. Классно. Пишите комменты, ставьте лайки. Получится ли у вас такой суп? Всем рекомендуем. Я что-то не поняла. А где Наталеньке спасибо? А я не поняла. Наталеньке спасибо. Пожалуйста. Наталеньке ставим лайки. Пожалуйста. Наталеньке, приходьте. Вкусно сделано, да. Ставьте огроменные лайки. Доставку организуем из Найроби, из Эмиратов, не вопрос. Короче, всем приятного аппетита, на здоровье. Готуйте, насолоджуйтесь, живите. Пока!